Байден назвал штурм Капитолия в 2021 году попыткой госпереворота. Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, попыткой государственного переворота. Он считает, что поддерживал это все бывший президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на его заявление во время выступления в Атланте, которое цитирует The Independent. Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял повержен бывший президент Дональд Трамп, Ред. 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он, Трамп, Ред, потерял в ходе голосования на выборах, отметил Байден. По его словам, тогда была попытка навязать волю банды, отбросить свободные и справедливые выборы и впервые в американской истории остановить мирный переход власти. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения и фальсификации, подчеркнул Байден. Он отметил, что тогда произошла попытка украсть у народа выборы 2020 года. Они потерпели неудачу, но не в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было, резюмировал Байден. Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Добавим, комитет Палаты представителей США, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 2021 года, заявил, что опубликует окончательный отчет о расследовании осенью этого года.